Каждый пятый россиянин отмечает улучшение качества услуг ЖКХ. К такому выводу по результатам масштабного опроса пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения. Во время своего визита в Чувашию заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис осмотрел дома, которые вошли в программу капитального ремонта, и удостоверился – статистика не обманывает. Дом номер 24 по проспекту Ленина – один из первых попал в программу капремонта. С года постройки прошло 57 лет. Замены требовало все – система электро-, водо- и газоснабжения, канализация. Основные работы провели летом. Газовые трубы еще предстоит заменить. Как отремонтировали? Хорошо, очень довольна. А жить не мешали? Жить? Ну, только вот на период ремонта, но так совершенно не... Ну, нормально, культурно? Хорошо, очень культурно. Пьяных строителей не было? Нет, очень вежливые, очень отзывчивые, так что для нас очень важно это. ЖКХ меняется. Эти слова то и дело мелькают в прессе. Но то, что от чебоксарцев не поступает отрицательных отзывов о качестве проведенных работ, сильно удивило заместителя министра. Поэтому следующие адреса для проверки Андрей Чибис выбирал случайным образом. Пойдемте, на первую. Покатаем вас. Дом по адресу Кирова 6 оказался еще старше. Построен в 1940-м. Деревянная крыша, высокие потолки, просторные квартиры, отсутствие подвалов. Эти особенности повлияли и на характер работ. Чтобы поменять трубы, к примеру, приходилось вскрывать полы прямо в квартирах. Вот она идет, канализация. И вот отсюда, и вот там, я говорю, чтобы стену не ломать, там вообще ничего не сломано. Все вообще, даже ни капельки, щелочки не оторвали. Понимание у соседей, что капитальный ремонт дому необходим, пришло давно. Проблем с неплатежами не возникало. Как отмечают жильцы, с советского периода здесь сохранились не только стены, но и общечеловеческие ценности. У нас, во-первых, маленький дом, и мы вообще живем, понимаете, как своим семейством. Мы все очень дружим в доме. Поэтому у нас собрание, мы собираемся, все обсуждаем и приходим к одному общему решению. Отношения людей... Вот слова людей вот, лучше, говорят, лучше всяких отчетов, фотографий и видеороликов. То есть ЖКХ меняется, мы видим и изменение отношений, ну и люди совершенно по-другому относятся. И капремонт сделан достойно. Сегодня формируется список многоквартирных домов, которые войдут в программу капитального ремонта на 2016 год. Весомым критерием для попадания в этот список станет собираемость взносов. Она должна превышать 80%. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.